Всем привет! Вышел потренировать собаку, повесил ей вот так вот два каната, чтобы он подлиннее был. Еще немножко потренирую и отвечу, или вернее сказать, расскажу вообще, что я пытаюсь добиться этими тренировками. А то у меня просто в комментариях под некоторыми видео интересовались, типа, чтобы я рассказал вообще, для чего я ее тренирую и что пытаюсь этим добиться. Иди бери. Стой, стой. Молодец. Умница, хорошая девочка. Вообще, на самом деле, мне это просто нравится. Ну и тренирую ее я, чтобы, конечно же, поддерживать ее в форме. И чтобы собака была здоровой. Молодец, стой, 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 аккуратненько. Воу, сняла. Дай, дай, дай. Дай. Погодите-ка, ща. Надо тут кое-что сделать. Вот эту вот штуку намотать. Потому что это, мне кажется, канатики узковат. Пусть повыше хватает, пообъемнее, чтобы было. Вот. Пускай прыгает. Глянь, что повесил. Стой. Доставай. О. Стой, 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 не суетись, не суетись, погоди. Стой. Иди сюда, давай с разгончика. Иди сюда. Ой. Взять. Молодец. Блин, опять за маленький этот узелок схватила. Неудобно ей. Дай. 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 Ща, короче, ей. Просто она, короче, хватается. Если не особо объемный предмет, как я уже понял, ей просто неудобно на нем висеть. То есть ей нужно что-нибудь побольше. Да ё-моё. Иди бери. Доставай. Вот. Да что ж ты такой? Ладно, виси, короче, так. Молодец. Умница. Держи, не отпускай. Так, на чем я там остановился-то? А, ну то, что у собаки, у этой челюсти сильные, как бы, и смысл не развивать их. То есть, как бы, если нравится ей кусаться, то пускай кусается. И тем более, она сама требует, такая собака реально сама требует таких тренировок. То есть даже если ее не тренировать, она просто начинает грызть ветки. То есть вот ей нужно куда-то такую энергию деть свою. Молодец! Хорошо, бля, как держит. Слушай, отлично. Умница, держи. Спокойненько, спокойненько, держи, не суетись. Вот, слушай, бля, как хорошо схватил его. Отлично. Вот это дерево мне нравится, оно такое сухое, и оно амортизирует. То есть я... ой,
Стой, стой, стой. Подожди. Вот, давай взять. Молодец. Молодец. Иди ко мне. Стой. Ладно, хватай. Дай-ка остановлю. Отлично. Во, гляньте, схватилось как. Умница. Вот, объемный еще. Посмотрим, как будет держать. Хорошая девочка. Объемнее взялась. Молодец. Умница. Вот так, спокойненько. Спокойненько. Не надо здесь суетиться. Отлично. Вот так. Плавненько. Плавненько работай. Вот, плавненько. Не суетись. Отлично. Вот так. А то сейчас опять упадешь так. Вот, умница. Аккуратненько. Плавненько. Плавненько. Хорошо. Хорошая девочка. Хорошая девочка. Молодец. Молодец. Держи. Умница. Умница. Молодчина. Вот так. Ну что, еще будем или все? Не грызи так ветки, подожди. Иди ко мне, иди ко мне. Иди сюда скорей. Сейчас еще подходик и пойдем. Иди, дай я тебя похвалю. Ты вообще молодец. Хорошая девочка, отдохни, стой. Хорошая девочка, умница, умница, взять. О, сняла, дай, дай. Ну давай, давай, что ты? Ну-ка, покажи, на что способна. Разошлась. Вот так. Блин, рука левая болит, ну ладно. Давай, немножко с тобой поиграю. Немножко поиграю с тобой. Вот так. Умница. Умница. Молодец. Но она, когда со мной борется, я вам так скажу, ребят, она реально поддается. То есть со мной вот она не играет почему-то так жестко. К примеру, допустим, если повесить канат на дерево, ну вы сами видели, она будет жестко. Вот со мной, не знаю, она так не любит. Да, вот друзья у меня играли с ней в перетяжке, с ними она тоже очень жестко себя ведет. Со мной нет. То есть так. Так, так, давай не будем его только валять. Стой. Это у нас мы дома им играем. Дай. Дай. Давай-ка иди сюда. Иди бери. Трейси. Взять. Чё ты там поджёг? Иди сюда. Ко мне. Давай, прожевывай. Не подбирай ничего с пола. Взять. А, блин, не успел. Дай, дай. Давай сразу. Или разыграть тебя вначале. Давайте разыграю. Вот. Хорошо. Немножко стой. Или давай посильней, чтобы прыгнуло прям повыше. Хорошо. Вот так. О. Давай, давай. Молодец. Зацепилась, правда. Непонятно как, одним краем, но тем не менее зацепилась. И честно сказать, ребят, вот
ничего мощнее вот этого упражнения реально не прокачивает, на мой взгляд. То есть, может быть, там спокойней, плавней. Сейчас ведь опять будешь падать. То есть, все-таки, вот мне кажется, вот это упражнение реально мощно прокачивает собаку. Умница, во как прыгнула, вообще кайф. Молодец. Отлично. Дай. Ты что, не слышишь, что говорят? Стой. Дай, уберу тебя из пасти. Взять. Так устала, походу. Стой. Дай, у тебя нитки вынули изо рта. Канат весь оборвала. Молодец, взять. Стой. Может, хватит с тебя или что ты падаешь? Стой, отдохни. Сидеть. Стой. Отдохни. Сейчас немножко передохнет. Чего ж ты ломишься? Сиди, куда ты? Передохни, видишь, падаешь. Отдохнуть надо немножко. Взять. Вот. Ну ладно, на сегодня хватит уже, а то она что-то подустала. Вот немножко потренировал собачку. То есть, что я там рассказывал? Давай с тобой так поиграю. Ну-ка. То есть, о чем я там говорил? То, что, на мой взгляд, вот это упражнение реально очень мощно прокачивает. Потому что там некоторые говорят, ой, да она там просто висит. Это все ерунда. Ну, ты попробуй, повиси. Я вам так скажу, не каждая собака вот так сможет висеть. Это, ну, не маленькие усилия надо приложить. Тем более с ее массой. Так что вот это упражнение на самом деле классное. Еще, ну, бег. Бег, вот я мячик собаке кидаю, тоже круто на самом деле. В форме держит собаку. Но я покупаю только теннисные мячики. То есть никакие другие там. Теннисный мячик — это вообще ее слабость. Ну-ка. Вот. Вот так. Ну тоже, тут, короче, какая фишка. Надо смотреть. Вот видели? Я просто по собаке. Она как бы, если я сейчас повешу, она будет все равно прыгать за этим канатом, но вы сами видели, она уже подустала висеть на нем. Тем более вчера только я ее гонял этим мячиком. То есть, и вот к чему я себе говорю, то, что смотреть нужно. Если ты видишь то, что собака подустала, то лучше, ну, не надо ее там силком гнать туда. То есть собаке должно быть интересно этим заниматься, а не так, что там из-под палки, типа, а, виси. То есть вот по кайфу должно быть. Скажи, нечего, да, заставлять просто так висеть? Так, еще что я хотел сказать там. То есть вот нужно смотреть. К примеру, если ты вчера тренировал собаку, вот вчера я мячик бросал, сегодня уже у ней не так много, как это сказать, сил, что ли, либо энергии. То есть нужно дать восстановиться собаке. То есть, чтобы прошло время, и как бы собака вновь пришла в тонус. То есть мышцы восстановились.
блин, на улице мороз. Снег весь растаял буквально вот за несколько дней. Еще опять мороз ударил. Ну что ты там грызешь? Вот, короче, народ, как-то так. Как-то так проходят наши тренировки. Опять же, скажу то, что мне это реально нравится. Канатики все эти, как собака трепет. Это реально, ну, по приколу для меня. Дай. Ну, что держишь? Дай. Вот. Он аж развязался, этот канат. Ну, что? На этом буду заканчивать видео. Такая вот тренировочка у нас была. Какое-то сено в ошейнике. Если видео понравилось, ставь лайк. Если хочешь, поделись этим видео со знакомым или с другом. Если не подписан на канал, обязательно подписывайся. И увидимся в следующем видеоролике. У меня на этом все. Всем пока. Ну а мы идем домой. Собака тоже со всеми прощается. Все.